Напоминаю вам о том, что работа по созданию базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, то соответствующие реквизиты вы любым из доступных вам способов можете увидеть в описании канала. Также, если вы не можете помочь материально, ну, то есть, кто сколько может, скажем так, то вы можете помочь каналу, если не будете пропускать рекламу, просматривать ее до конца и ставить лайки. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. У некоторых наших зрителей, после того, как они съездили на дачу, собаки не просятся в туалет. То есть делают все свои дела дома. И меня попросили рассказать, почему так происходит и что с этим делать. Ну вот смотрите, вы находитесь на даче, да, собака у вас бегает по вашему участку постоянно. Она видит, что природа там пошла под кустик, здесь пошла под кустик, вы там убрали, все это сделали. Собаке вырабатывается обыкновенный условный рефлекс, что бежать никуда не надо, все можно делать здесь непосредственно на участке. Поэтому, что тут можно посоветовать? Совет достаточно простой. Даже когда вы находитесь где-то за городом, где-то вы находитесь либо в палаточном даже лагере, на дачном участке на своем, собственно говоря. Поэтому соблюдайте обыкновенный режим, к которому вы приучили собаку, и выгуливайте ее где-то за пределами участка. То есть приучайте собаку, поддерживайте, так сказать, в ней тот самый условный рефлекс, что на улицу нужно ходить не там, где ты живешь. Собаке не свойственно, по сути, по своей ходить в туалет там, где она живет. Поэтому достаточно просто вообще, в принципе, научить собаку это делать. Ну, есть, конечно, запущенные случаи, есть питомниковые эффекты и так далее, с которыми можно бороться и нужно бороться. Но если ваша собака была приучена к туалету и знает, что это такое, то поддерживать этот рефлекс нужно. То есть точно так же, как вы дома утром просыпаетесь, берете собаку, выходите на улицу с ней, и точно так же и вечером вы выходите именно для того, чтобы она совершила какой-то мацион. То есть, ну понятно, что она у вас бегает по участку, то есть вы не считаете это нужным. И в результате приходите к тому, вот, чего некоторые из наших зрителей, собственно говоря, имеют. Мы выходим на улицу стабильно, я уже выкладывал не один ролик на эту тему. То есть даже находясь на участке, мы с Акбаром выходим за пределы этого участка. И он четко знает, что совершать мацион на участке — это не есть хорошо, это не гигиенично и собственно говоря, плохо. Да, Акбар? Да, моя собака. Да, моя красавица, моя умница. С вами был канал «Я и мой хвост». Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Всем спасибо.